Hola! Сегодня мы отправились, как когда-то первые гуанчи на острове Тенерифе. Пошли искать, где построить город подальше от пиратов, от набегов, от маски, от ущелья. И нашли маленькую лагуну. Раньше был здесь залив, это западное побережье. И основали здесь город. И называется он, сейчас попробую это сказать, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуно. Я это сделала. Город не похож на крепость, потому что он строился как город науки. И по сей день здесь много конфедеральный собор находится, церковь непорочного зачатия Девы Марии, церковь Святой Екатерины, место паломников, кстати, потому что там хранятся мощи Святой Марии, которая жила здесь 87 лет или служила, и была ясновидящей, пророком и целительницей. Ну и много других разных достопримечательностей. Buenos dias, мои дорогие! Продолжаем путешествовать и смотреть наследие ЮНЕСКО. Двигаемся в сторону массива Анага. Леса с полным тропическим ассортиментом, не знаю, наверное, джунгли. Что-то такое, ожидание такого волшебного, страшного. Под нами Лас Мерседес. Это маленькая деревушка, раскинулась очень красиво. Еще в планах найти рыбацкую деревушку где-нибудь на побережье и отведать вкусненькой рыбки. Ну вот, мы добрались до самой северо-восточной точки острова через все леса национального парка Анага. Могу сказать, что это страна высоких гор, резких оврагов, практически уходящих в океан. Ну и растительность природы, конечно, очень красивая. Деревья старинные, старые такие, покрытые мхом, лишаем, наверное, еще с кайнозойской эры. Что удивительно, что здесь ходят автобусы. Крайне была удивлена. Ездят наши соотечественники. Ребят, виды восхитительные. Хочется прям кричать «Help me!» И от того, что видишь под тобой, под ногами, от высоты. И от этого ветра, который задувает там. Верните меня на солнышко, шефи! Ола! Бон диа! Привет-привет! Сегодня мы с вами путешествуем на гору Тейде, но по пути заедем в городочек Ла-Оратао. Конечно же, он старинный, 1500 года. Располагается тут в такой красивейшей долине, одноименной Ла-Оратао, с мягким климатом. Птички, слышите, как поют? В растительности утопает, виноградников много, магазинчиков, винчиков. Так что сегодня будет путешествие увеселительное. Что тут есть? На коне нас встретила девушка, такой памятник, наверное, ровесница этому городу, но хорошо сохранилось. Дальше пойдем погуляем по городу, обратите внимание на балкончики. Они тут сделаны из настоящей канарской сосны и очень красиво, разнообразные, в стиле барокко, что говорит о том, что доход местных жителей не маленький. Отправляемся путешествовать. Мы гуляли по долине Оратао, солнышко спряталось, и мы поехали через облака к вершине Тейде. Очень интересное явление, когда ты едешь по дороге, вокруг такие тропические леса нависают, и вдруг вкрадчиво вот так облако ползет прямо по дороге, поглощает твою машину. Это надо посмотреть, ребят, поднимитесь с этой стороны, очень интересно. Сейчас мы остановились на небольшой площадочке, сзади меня очень красивый какой-то каменный цветок, наверное, из сказки Баженова. И продолжаем двигаться к Тейде на высоту, на самую высокую точку Испании, Тенерифа и Атлантики.
Вчера мы были вот там, на северо-восточной точке, в парке Анага, и показывали вам, как эти леса выглядят изнутри. А сегодня посмотрите, как это выглядит со стороны Тейбе, с другой точки, на высоте 2300 метров. Просто пару километров облаков разделяют. Сейчас бы дельтаплан и туда махнуть. Мы добрались до подножия Тейбе, но, видимо, мое желание было столь велико, что амплитуда колебаний вокруг. И силы мира мне сказали: угомонись, детка, не сегодня. Последний фуникулер, билеты распроданы, и нам сказали: приходите завтра. Ну, нас, русских, этим не возьмешь, мы же придем и завтра. Чуть пораньше, мы будем долго спать, но мы все равно попадем на эту гору.